Ну что ж, вот как я вам и обещал, вернулся после того, как отдохнул минут 15. Фух. Но все-таки вынужден вернуться опять-таки в эту игру, дабы узнать все, что только возможно. Что у нас здесь? Сообщите мне, пожалуйста. What have we here? Looks like old-fashioned blueprints. Yeah, it says Danvers State Lunatic Asylum, but it's drawn all over. Date, time, scribbles over specific rooms. Well, I think someone's planning on fleeing the cuckoo's nest. Nothing. Tough crowd. Понятно. Дети у нас собирались сбегать с этого места. Ну, как бы это логично. Так, а я могу проползти вон туда? Окей. Hey, sorry. For what? Well, I don't know. Everything. No need. Listen, I'm bored in another 15. Stay safe. Or leave. We can finish this thing together. I can't. You can't? Or you won't? No, I mean I physically can't. The house won't let me. That's alarming. I'll be there as soon as I can. Да, он только садится. He doesn't need you. You pushed him away. Excuse me? She doesn't even know yet. Вы меня приглашаете к себе? Надеюсь, не задушите меня своими маленькими ручонками. А мой товарищ только едет к нам. Но он пока долетит, тут со мной уже успеют сделать кучу всего плохого. Здрасте. Здравствуйте, детки. И ради чего... Ага. Спасибо, конечно, за ключ вам, ребятки. Спасибо. И от чего он? Ух ты ж, ё-моё. Вот это мне топать придется. Закроем за собой. Так, спрятаться. А что произошло? Видно, что-то произошло, но я даже испугаться не успел, потому что этого не увидел. Вот от чего этот был ключик. Ага. Ясненько. Так, вы, ребята, все-таки отсюда смогли сбежать? Или же вас этот злой дядя поймал? И сделал с вами что-то очень плохое. За такую дерзость. А что я должен этим приложением фоткать воду?
connecting to a live community user. Hi again. Let's see, pictures coming through now. Oh, God, oh, okay, the app tutorial video doesn't exactly prep you for this sort of thing, but, I need you to keep calm. If you need me to call the police or even an ambulance, let me know ASAP and I will get you help. In the meantime, there's something blocking the drain by your feet. Reach down and remove it and you should be able to get out. Then get out. Ну, я как бы уже, думаю, догадываюсь, во что я вляпался. Здесь явно куча крови. Жалко только, что я этого не вижу. Хотя, если тут была только одна кровь, то... Так, взять. Хорошо, сейчас возьмем. Давайте рассудим. Если тут была только бы одна кровь... Вот, как мы сейчас наблюдаем. То я не думаю, что он бы сразу понял, что это кровь. Тут... Неужели он увидел тут еще что-то? Потому что мы видим только воду. Но может что-то есть в воде, то, что увидел он. Полицейский осматривал подвал и в итоге свалился сюда и повредил себе что-то, в итоге и умер. Так вот, что увидел чел у нас. Ясно. Что ж, вот такие дела. Но нам сказали отсюда убираться, мы воспользуемся советом и будем отсюда убираться. Настолько быстро, насколько это возможно. Но нам нужен пароль от еще одной комнаты. И где же мне его искать? Надеюсь, он не был на той шляпе. Так, и где мы в итоге оказались? Ух ты ж, как далеко. А, вот мы в самом что ни на есть начале. Или почти. Странно, и зачем же нужна была та комната с еще одним паролем, куда мы не попали? Ха-ха. А то я буду улыбаться, если и к той двери нужно было применить тот же самый пароль. Ну или, например, наоборот, и дверь бы открылась. Но мы этого, наверное, уже не узнаем. Так, мы уже выбрались с подвала и пытаемся отсюда свалить. Так, дверцы у нас открываются, и это меня пугает. Ну, зашел я сюда, и что дальше? Ага, я понял вас. Мы теперь с другой стороны. Обстановку. Ой-ё. Да, третья история с яблоком, это, конечно, жесть. Опа. А, но это у нас не запись. До свидания. Так, автосейв, это прекрасно.
но... Ага, сюда не пускают. Тогда это решает кучу проблем. Так, опа-на. А мы не можем бегать. Наша главная героиня больше не бегает. Ха-ха. Ясно, это плохо. Это очень-очень плохо. Soon we'll be well enough to sing you a song, just the way you like it. Or you could always tinker with our dolls until they sing. He was just trying to do something kind for his daughters. Хорошее для дочерей? Серьезно? Мне что-то так не кажется. Ага. Серьезно, у него дочки были инвалидами? Или же это нам просто-то хотят так показать, дабы обмануть? Ладно. Доверяй, но проверяй. Судя по тому, что мы тут видели, ничего хорошего я не наблюдаю. Ага. Протезы. Ясно. Что ничего пока не ясно. Но зло на нас пока не охотится, так что можно немножко и пошуметь. Окей. И что бы это значило? Что произошло в итоге? Ну, явно что-то нехорошее. Так, вопрос. Что дальше? Я тут пока не наблюдаю ничего, чтобы можно было взять и продвинуться дальше. Или на этом все? Я должен покинуть это место. Где же это яблоко? Ага, все, нам пора отсюда уходить. Я понял. Ну что ж, запись мы послушали и поняли, что что-то что сейчас должно было бы произойти что-то плохое с его ангелами. Ну что и как? Здрасте. Снова вы мне предлагаете чаю? Ну что ж, послушаем. Now, looking back, I wonder if I brought them a worse fate. My angels, truly angels now. Would they have been better off if I left them in state care?
matters not what happens to me, but as I wait for these monsters to claim me, I ponder my role in this travesty. Which door to the afterlife will admit me? Серьезно? То есть, что вы хотите нам сказать? У него были две дочки, и дабы их развеселить, он брал других детей из психлечебницы и потом что-то с ними делал. Я не знаю, у меня не настолько богатая фантазия, дабы вот думать о вот таких вот мерзостях, которые тут возможно происходили. Поэтому давайте и не будем об этом думать. Просто смотрим. Везде эти бабочки начинают летать, это не к добру. О, ты мне снова указываешь, куда надо. Надеюсь... Окей. Надеюсь, меня не выкинет, как было это в прошлый раз. А вот и яблочки. Куча яблочек. А вот и ты. Things did that to you. I had you pegged all wrong. Where's the apple from my dream? То есть вы хотите сказать, что все-таки он был на самом деле хорошим? А все эти дети, то есть роли поменялись. Я сначала думал, дети плохие, точнее дети хорошие, теперь дети плохие, да? Как-то так. Или нет. Ладно, неважно. Результат мы видим. I tried to fix things and only made them worse. They are coming. And I do not think I will fight them when they arrive. Righteous man, but I am afraid his love of God may perhaps lead to the destruction of an innocent. Фух. Очередное задание пройдено. И снова ты, одинокая яблоня. Куколка. I watched as a crowd of children mobbed her. They squealed as she made the small wooden doll jump and dance, working the strings faster than their eyes could see. Twas as though she'd breathed life into the thing. He was speaking about Susanna again. Talking of fire, then he spoke of how fine her land appears. You're here for a reason. Oh God, that smell! In the woods all rotted.